любит это все сделать. Как, вот что хочешь, вот нравится мне цветок. Вот ни один цветок во мне не вызывает столько эмоций, так сказать. Я готова на них любоваться без конца. Я тоже их очень люблю. Труд колоссальный с ними. Вот это все у меня должно было быть деткам на 1 сентября. А оно все, паразиты, расцвело. Все это... Вот я же тоже посадила на неделю раньше, чем сентября. Прошлый год. В прошлом году пришел Нурик и говорит, 23-го был я у вас этого августа, и уже я ему гладиолусы давала. Представляешь? А ему-то зачем, Нурику-то? Уже раньше, намного, прошлый год они зацвели, а в этом году никак. Ну что делать? Ну кто его знает?